Уайт перевесил Паркера более чем на 7 килограмм. Джозеф Паркер и Диллиан Уайт прошли процедуру взвешивания перед боем. В Лондоне состоялась церемония взвешивания накануне вечера бокса, который состоится 28 июля на арене А2. В главном событии сойдутся супертяжи свыше 97 кг, Диллиан Уайт 23-1, 17 кг из Британии и Джозеф Паркер 24-1, 18 кг из Новой Зеландии. На взвешивании Уайт оказался значительно тяжелее своего соперника. Диллиан Уайт 23-1, 17 кг, 117,3 кг, Джозеф Паркер 24-1, 18 кг, 109,8 кг. Смотрите видео взвешивания Уайта и Паркера. Напомним, бой Джозеф Паркер, Диллиан Уайт состоится 28 июля в Лондоне. Читайте прогноз букмекеров на бой Уайт, Паркер. Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram по материалам сайта newsgra.com.